Я бы у него спросила, общается ли он напрямую с людьми, с регионами, когда он приезжает туда? Или все сразу отстеливают шелковой дорогой, срочно все ремонтируют? Общается ли он с людьми? Я думаю, все бы, очень много было бы проблем можно было бы искоренить, если бы наши президенты были бы реально ближе к народу. Это были бы не пустые слова. А они бы встречались и вот без всех вот выгонять начальство и разговаривать, допустим, с рабочими фабрики. Какие проблемы? И он бы тогда понял людей, и он бы понял, куда надо рулить, да? Как бороться с лесными пожарами, как бороться со взятничеством, что надо делать, что надо упростить схемы. И тогда будет счастье. А не усложнять каждым новым институтом, созданием институт, который следит за следующим институтом, потом следующий институт, который опять следит за институтом. Мы создаем огромную лестницу вверх, а вот дармоедов, которые сидят и кормят друг друга, понимаете, пирамида. А надо все это разрушить и просто прямую, да, создать людям человеческие условия труда.